сегодня очень случайно и спонтанно нас занесло в нью-йоркское казино. У меня в кармане всего 20 баксов, и я попытаюсь что-нибудь выиграть. Я, конечно, понимаю, что это нереально, но это такой маленький опыт, и мне хочется это сделать. Сейчас примерно 10 часов вечера, и народу, на удивление, очень много. Я выиграл. Ты выиграл 69 центов? Да. О! А я сяду сюда. Золотой бакс. Что там, на него подуть надо, может? Дальше. Куда нажимать-то? Любой из этих. Это минимальная ставка, это максимально. Пятерка, наверное. Нажимаю. И вот это вот. И жмем. Четыре выиграл. Чё? $4? 4 цента. А как мне их получить? Нет, просто дальше она автоматом забирает. И последний раз. Всё, что спасибо, я лузер. Кто-то играет с энтузиазмом, азартом. Для меня это лишь такой маленький опыт спустить двадцатку на ветер. Я понимаю, что шансов выиграть очень мало, но... Давай, жми. Game over. И что, она выиграла что-то? 23 цента. 23 цента? Как это выглядит? Тебе их потом выдают. Короче, вот первый выигрыш. 23 цента. Невероятно. То есть можно пойти вон туда вот на кассу и получить выигрыш. Класс. О, нифига себе! Что она выиграла? Она выиграла! О, нифига! Сколько? Вытаскивай! Кэш-аут! Кэш-аут! Ребят, это $6. Она выиграла $6. Это круто. Покажи ребятам, а я пока свои гроши вставлю. Может, я тоже что-то? Они где-то там. Может, я тоже что-то выиграю? Надо дожимать этот автомат.
Погнали. И они посидели еще немного. Потом еще немного. А потом еще немного. И еще немного. Пока, увы, совсем ничего не осталось. Ребят, забрал $9, которые остались с двадцатки. И так как уже 9 часов 40 минут, то все автоматы перестали работать. И теперь нужно сдать этот билетик и получить наличку. Ну что ж, идем на кассу. Если вам понравился этот выпуск, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Еще больше интересных мест в Нью-Йорке. Всем спасибо, пока. И, ребята, не играйте в автоматы. Скорее всего, вы проиграете все деньги и ничего не выиграете. И тут Пух неожиданно вспомнил об одном важном деле. Да, нам пора.